В общем, друзья, такая ситуация произошла. Значит, только что приехала недавно в 10 с половиной утра посылка из города Латвии. Из страны, точнее. Все путаю, никак не запомнишь, это страна. Вот. Только что посмотрели информацию, эта посылка находится на 83-м отделении. Буквально через несколько минут, как мне известно, должна быть машина к обеду. И эта машина сейчас может забрать посылку с телефоном, со смартфоном, который пришла как раз из Латвии, которую заказывали месяц назад. Сейчас торопимся на почту опять на Укр. И будем эту посылку пробовать добиваться, потому что получается ту посылку, что мы утром забрали, мы ее получили. Вторую посылку мы ожидаем, она в любом случае приедет. А третью посылку сейчас будем добиваться забирать. Сейчас я вам покажу все. Более детальный разговор. К нам приходите вот эти сами, только дату не ставьте. К нам просто приходите с этим заявлением. Здравствуйте. Два дня я. Ну да, как заполните, приходите. Хорошо. Вот тут посылку хотят вернуть отправителю. Хочу ее забрать. Эту посылку? Нижнюю самую. Только недавно получили смс о том, что посылка... 34. Да, могут ее вернуть отправителю. Там все нормально, просто какая-то ошибка вышла, надо забрать ее. Да не, но они обычно, это, они как бы... Там пришел смартфон, за него уже оплатили полностью. Я поняла. По какой-то причине... Не зависли, поэтому они ждут, чтобы побыстрее забрали, поэтому... Они... Да, написано это, типа... Это не вызвали, она обычно хранится месяц, чтобы... Угу. Просто очень срочно, так понимаю, не могу. Ну, сейчас я... Ну, сейчас получается... Есть эта посылка. Она точно у нас на отделении? Она у вас и находится. На сайте. Куда она пришла? Ну, на сайте находится она, получается.